Распространенность запоров во всем мире составляет примерно 16% среди всех взрослых и 33,5% среди взрослых старше 60 лет. На риск запора влияет генетическая предрасположенность, социально-экономический статус, низкое потребление клетчатки, недостаточное потребление жидкости, отсутствие подвижности, гормональный дисбаланс и побочные эффекты лекарств. В исследовании с 80 взрослыми китайцами с медленным транзитом и запором показалось, что пектин значительно снижает средний балл запора и увеличивает популяцию здоровой микрофлоры толстой кишки. Другое перекрестное исследование показало, что увеличение потребления цельных фруктов и овощей значительно сокращает время прохождения фекалий на 14 часов и увеличивает количество ежедневных дефекаций. Вязкая ферментируемая растворимая клетчатка в цельных фруктах может эффективно облегчить симптомы запора. Что касается манго, параллельное исследование показало, что 300 грамм, а именно 2 порции в день свежего манго, которое содержит примерно 5 грамм клетчатки, значительно снижает общую оценку запоров, включая частоту дефекации, трудности при опорожнении, боль при опорожнении, боль в животе, ежедневные попытки эвакуации и продолжительность запора на 60% у взрослых с хроническим запором по сравнению с исходным уровнем. Что касается чернослива, систематический обзор 4 исследований показал, что у субъектов с запорами 2 порции чернослива в день были столь же эффективны, как и 2 порции псилиума в день для увеличения частоты стула и улучшения консистенции стула. Для киви 2 раза в день прием улучшал послабление, смягчал стул и облегчал хронические запоры. При этом активный компонент представлял собой высоковязкую растворимую клетчатку с умеренной ферментатируемостью. Ежедневное потребление 2 порций фруктов, богатых клетчаткой, способствует регулярности и помогает защищаться от непроходимости кишечника.